Всем привет! С вами Прия. Сегодня на вскрытие попала уникальная вещь. Уникальная как по своей раритетности, так и по своему наполнению. Коллекционное издание Battle for Azeroth World of Warcraft. Рифленые, кстати, буковки. Аналогично, как и на коллекционной версии Diablo. Он на беленькое стоит. Но сегодня у нас вот этот вот экспонат. И сегодня именно он нас интересует. Начнем. Опа. Наверное, в отражении даже вы меня могли маленько увидеть. Но теперь это сделать не получится. Двенадцать плюс. Понятно? Так что тут не шутим шутки. Для детей старше 12 лет. Между прочим. Итак. И что дальше? За альянс. Опа. А тут что? Опа. Окей, пускай оно стоит так. Особо нам не мешает. Это мы положим. Это мы поставим вот так, чтобы от монитора особо не отсвечивало. Что это? Опа. Это книга. За Арту. За Альянс. Так. Электронная версия книги. Угу. На русском языке доступна на сайте. А, все это книга. Окей. Это идет далеко-далеко. У-у-у, такие вещи, ребят. Вообще обалдеть. Я не знаю, как оно вытащится. Окей. Сначала вот это. Это что? Это, наверное, диск с музыкой. Это конверт. Так, значок РД Альянса. Ой-ой-ой. Так. Так. Там код игры. Код саундтрека. Ну, в момент того, как я выложу это видео, я уже зарегистрирую. Так что, ну, в принципе... Окей. Тут... не особо что-либо нужно. И не особо что-либо важно было вам развидеть. Собственно, тут краткий мануал расписан. Тут предупреждение об эпилепсии. Кстати, был один случай. Не со мной связан, но я о нем расскажу. Музыка. Абсолютно все саундтреки написаны, которые доступны для прослушивания. Сфокусируется? Алло. Ну, тут в основном с инсталл, с локацией. И с различных прочих вещей. На самом деле весьма неплохо. А фокусироваться-то оно сегодня собирается, нет? Похоже, что нет, я понял. Прекрасно, окей. Так, это код саундтрека, это код игры. Я их отложу вот так. Хорошо. Конвертик складываю при вас. Аккуратненько вот так вот. Официально, как все. Обалдеть. Играете бесплатно. Подробности наоборот. Так, сначала я гляну.
Ну это обычная реклама Battle.net лаунчера. Хорошо. Так, что это? Это спичечный коробок? Это какая-то подставка, скорее всего. Окей, мы ее обязательно соберем. Надеюсь, я ее не сломаю. А что вот это вот такое? Это что-то мощное, оно должно доставаться 100%. Так, секунду. Это очень сильно на самом деле. И на этом все. На этом коллекционка кончается. Так, теперь мы соберем вот это. Раз, два, три детали. И что? И как с этим жить? А, вот оно. Так, допустим. Секунду, я гляну разъемы. А, то есть оно просто вкручивается, как я правильно понимаю. Не, подожди-ка, там была инструкция. Я ее уже куда-то скинул, по-моему. Made in China. Окей. Вот она инструкция. Сложные ребусы какие-то. Как жить? Алло. О. Так. Теперь. Вот так. И теперь. Вот так. Все. На этом. Открытие коллекционной версии World of Warcraft окончено. Огромное спасибо за просмотр. Огромное спасибо Razer и компании Blizzard за предоставленную копию коллекционного издания, а также за билет, предоставленный на Игромир. Всех вам благ, счастья, здоровья. Огромное спасибо за все предоставленные радости, которые мне предоставляете. Берегите ноги, смотрите видосики и помогайте продвигать их в топы. До скорого. Знаете, я забыл о самом главном. Я забыл полистать с вами книжку. Сейчас я одной рукой держу вебку, а второй рукой я буду, ну, как-то вскрывать, листать эту прекрасную вещицу, которую можно назвать произведением искусства. Быть может быть, в ней даже что-то лежит интересненькое. Так. Окей. Хотя, навряд ли. Конечно, в книге ложат всякие интересные вещи, но не в эти книги, уж точно. Опа. Так, давайте с вами полистаем эту книжечку. Сейчас ша вылазит такой и захватывает всю мою комнату. Я прямо чувствую эту бумагу и как пропитан ею. Просто замечательно. Я прям чувствую, как мир Варкрафта пропитан и прописан в этой книге. Это что? Это меч Саргераса? Да? Да. Окей. Уберу лишнее и быстренько просто пролистаем. Ой.
Ага, то есть, если я начну читать с этой стороны, тут развитие для Орды, события различные. Если я начну читать отсюда, тут развитие событий для Альянса. Ага. Там Сильвана была. И ничего себе. Да, по 70 страниц каждой компания, которая была предшествующей к, получается, началу сюжета Battle for Azeroth. Очень интересно, на самом деле. Я думаю, надо уделить ей чуть больше времени, на самом деле. И чуточку более профессионально было нужно отнестись к этой книге. Картинки просто чудесно прорисованы. Текст, конечно, весьма мелковат, если честно. Но в целом пойдет. И сама по себе книга сделана просто замечательно. Особенно рифленый, такой выпирающий герб Альянса и выпирающий герб Орды. Он, конечно, не сравнится с гербом Альянса, но все же. Ну что ж, вот теперь я говорю вам всех благ. Уже во второй раз. Счастья, здоровья. Берегите ноги. И все в этом духе. До скорого.